Всем привет! Сегодня решила проверить такой способ сделать листики блестящими у орхидей. Насколько будет это эффективный способ? Я беру часть молока, где-то примерно, если по столовым ложкам, то 1 столовая ложка к 2. 2 столовые ложки воды, 1 столовая ложка молока. Разводим мы все вместе это. Берем ватный диск, смачиваем, отжимаем. И начинаем протирать наши орхидеи. Но так как мне неудобно одной рукой протирать и снимать, поэтому я сейчас протиру, а вам уже покажу выход, что, как они выглядят вообще. И потом уже будем наблюдать, как, насколько вообще этого эффекта хватит. И вот листики наши натерли, протерли все. Ну, посмотрим теперь, насколько это хватит. Это я посмотрела одной девушке этот рецепт, и не сама, признаюсь вам. Вот. Но это один из самых доступных средств, которые можно применить для своих орхидей, не покупая дорогостоящих средств, потому что у нас это для блесков листьев препарат будет стоить около 10 рублей. Это будет где-то $10. Нет, доллар у нас. Вот этот самый бюджетный способ. Ну, что-то я не помню, сколько у нас доллар. 1, 2, 5 долларов, короче, где-то будет стоить. А то, может, и больше $5, не знаю. Ну, для меня это, значит, такая кругленькая сумма. И тратить на это на блеск листьев для орхидеи как-то мне не очень хотелось. А это самый простой способ с минимальными потерями. Всегда есть дома. Поэтому... И самый экологический средств, это которые не забивают в поры листьев орхидей, и они смогут полноценно и дышать, и развиваться, и быть красивыми, блестящими. Вот, всем спасибо за внимание, всем пока! Кстати, понюхаем, цветет ли эта орхидейка? Нет, запаха никакого не имеет. Ну, такая вот букетик у меня из 4 цветоносов. Пока распускается только 3. Это 4-й на подходит, еще растет.